2018 году на выставке «Акватерм» компания «Дедитреш» представляет котел серии МЦА мощностью 160 кВт. Является логичным продолжением линейки котлов «Инновенс». Ранее максимальная мощность котла составляла 115 кВт, висящих на стене. Теперь доступна модель котла мощностью 152 кВт в режиме 80 на 60 градусов. Особенностью этого котла является наличие нового усиленного теплообменника из сплава алюминия с кремнием. Также в этом котле будет доступна новая автоматика линейки D-Matic, D-Matic Evolution. Также с появлением котлов такой мощности усовершенствовалась каскадная система. Доступна установка котлов на стене в количестве до 8 штук, объединенных в каскад. Также все опции по автоматике для связи котлов в каскад поставляются вместе с каскадной системой. Техническими особенностями котлов МЦА-160 является отсутствие минимального протока до температуры 75 градусов, очень низкий вес и габариты, бесшумная работа и возможность гибкого подключения дымоходов. Еще одна новинка Бакси – это настенный конденсационный котел Luna Duotec MP+, мощностью 130 кВт. Вообще эти котлы Luna Duotec MP+, предполагается производить в двух мощностях – 130 и 150 кВт. Очень хорошее соотношение цена-качество, и с использованием этих котлов можно делать котельные. В данном случае представлен каскад из двух котлов, несколько отопительных контуров, один из них прямой, один из них смесительный, и бойлер для нагрева горячей воды. Если сказать про те новинки, которые мы планируем, что будут пользоваться спросом в 2018 году, стоит отметить, наверное, три направления основных. В первую очередь это все то, что связано с облачными сервисами, то есть с удаленным управлением, системами инженерными. Второе направление – это интернет вещей, то есть все, что связано с технологией IoT. И третье направление, на наш взгляд, связано с обработкой больших данных, так называемой Big Data. В частности, можно представить наш продукт здесь, который представлен, это станция управления климатом. Она занимается тем, что изучает окружающую среду. В нее встроено 6 специальных сенсоров, начиная от простого сенсора, который измеряет температуру. Также подключен сенсор влажности, сенсор присутствия человека, освещенности и сенсор качества воздуха, который отвечает за то, чтобы измерить уровень CO2 в окружающей среде, а также уровень других вредных газов. Устройство может подключаться к облачным сервисам и передавать данные из любого объекта удаленно через облако, и можно управлять с любого устройства. Вот на наш взгляд, как раз таки за такими устройствами будет будущее в 2018 году. Конденсационные котлы Vaillant позволяют более эффективно работать в системе отопления, вследствие чего достигается большая экономия на том же самом газе. Обслуживание данного аппарата мало чем отличается от обычной традиционной техники. Гибкая система дымоотведения позволяет использовать большие длины, нежели традиционная техника. Солнечная станция AuraFlor – это система DrainBack, которая лишает солнечные коллектора возможности закипания. Буферная емкость является всего лишь аккумулятором от 100 литров до 2 кубометров. Самая простая станция позволяет обеспечить одновременно до 3-4 точек водоразбора. Представляем вашему вниманию устройство дистанционного управления котлом под названием модуль GSM Climate. Основная особенность данных приборов стоит в том, что вы, как владелец дома, можете управлять системой на расстоянии с помощью простой сим-карты, которая встраивается внутрь, с помощью мобильного приложения, либо кабинета личного на веб-интерфейсе. В комплекте идет датчик температуры воздуха, блок питания. Также здесь есть возможность подключения различных датчиков охранных, пожарных, датчиков протечки, датчиков движения, датчиков объема, что, в принципе, может даже конкурировать с простой системой «Умный дом». Еще одна новинка – это установка для обеззараживания стоков с помощью ультрафиолета. Стоки после очистки медленно, то есть самотеком, протекают через ультрафиолетовый блок, что позволяет поднять степень очистки в несколько раз. Данное устройство подключается к станциям с самотечным выходом. Установки для обеззараживания очищенных стоков позволяют сбрасывать очищенную воду водоемы. Наша компания представляет твердотопливные котлы как автоматической подачи топлива, так и полуавтоматической. Перед вами находится модель
котла серии WOOD предназначен для отопления на дровах, древесине, брикетах. Данная модель выполнена из стали толщиной не менее 5 мм и предназначена для жилых и нежилых помещений различной площади от 100 до 1500 квадратных метров. Котел снабжен контроллером управления и вентилятором надува воздуха. Контроллер имеет функцию PID, что позволяет максимально точно контролировать нагрев теплоносителя с точностью до 1 градуса. Контроллер также может управлять двумя циркуляционными насосами по температуре теплоносителя. Глубокая камера сгорания позволяет загружать топливо максимальной длиной до 50 см. Время горения в наших полуавтоматических котлах достигает 36 часов на одной закладке топлива. Еще хотелось бы обратить ваше внимание на новинку этого года. Это система Мегапресс SXL. Данные фитинги позволяют нам соединять отечественные черные трубы по ГОСТ 10704-91. Трех диаметров больших – это 76, 89 и 108 диаметр. Это расширение существующей системы Мегапресс, которая раньше ограничивалась трубами всего лишь 2 дюймов. Сейчас мы можем закрыть полностью все диаметры от полдюйма до 4 дюймов, и вы можете совершенно не использовать сварные соединения. Самый энергоэффективный насос в классе – насос с сухим ротором, сдвоенный, называемый Wille Stratus Giga, позволяющий реализовать схему рабочий резервный либо рабочий пиковый путем обвязки всего лишь одной системы трубопроводов. Данный насос является флагманом энергоэффективности для насосов с сухим ротором. Как и любой энергоэффективный насос Wille, мы здесь видим жидкокристаллический дисплей и зеленую кнопку, которая нажимается и поворачивается. С помощью нее производится любая настройка этого насосного агрегата. Одним из преимуществ данного оборудования является его автономная работа без применения внешнего прибора управления. Уровень шума от насоса будет минимальный благодаря специальному кожуху и специальному однонаправленному вентилятору для снижения уровня шума. В этом году компания «Стройнет» представляет на рынке отопительных приборов новинку. Это так называемые водяные потолочные кассеты лучистого отопления и охлаждения. Система работает на тепло, то есть фактически являясь традиционной стальной кассетой, которая может монтироваться к потолку. Они вставляются в профиль Армстронга и таким образом фактически сливаясь с кассетами подвесного потолка. Классический теплоноситель, предварительно нагретая вода от любого водогрейного котла либо городской тепловой сети, подается в кассету. Кассета нагревается и излучает тепло непосредственно с потолка. Это уже лучистое тепло, она бесшумная, соответственно, нет перемещения воздушных масс, которые осуществляются системой кондиционирования классического. Холод по физике процесса просто опускается спокойно вниз, и таким образом происходит охлаждение помещения. Система, которая на сегодня является универсальной, работающей и на тепло, и на холод. Мы этим изделием превысим те показатели, которые фактически существуют у импортных аналогов. В этом году компания Navient представляет новинку котел Deluxe S, двухконтурный котел, который предназначен для отопления помещений и для приготовления горячей воды. Котел стал уже по своей ширине, всего 400 мм. Также очень важно, что котел стал еще малошумнее, имеет выносной пульт со встроенным комнатным термостатом, который регулирует работу котла по температуре в помещении. Экономия до 30% газа как бы благодаря данной опции. Мощностной ряд имеет от 13 до 35 кВт. Каждый потребитель может выбрать в зависимости от необходимой отапливаемой площади помещения. В данной технике реализованы именно принципы Navient как корейского производителя. Принципиальное отличие – более мощная турбина, вентилятор, который расположен под горелкой, в отличие от европейцев, где, скажем, вентилятор находится в верхней части и работает под разрежением. Данная технология позволяет иметь более увеличенную длину дымоудаления до 8 метров. 80% наших котлов оборудованы пультами управления, которые идут уже в комплекте поставки вместе с котлами. Компания NeoClima уже более 10 лет производит и поставляет на российский рынок насосное оборудование. У нас достаточно широкая линейка. Мы поставляем от простых циркуляционных насосов до сложных и тяжелых скважинных насосов. Отличительной особенностью нашего оборудования является неизменный контроль качества. Контроль качества на входе, на фабрике, проверка сырья,
и контроль качества на выходе. На выставке «Акватерм» мы представляем наши новинки. В этом году мы начинаем поставлять новые фекальные насосы, а также глубинные скважинные насосы. Насосы ограничены диаметром фракции. Поэтому в этом году мы запускаем новый фекальный насос с режущим механизмом, предназначен для откачивания канализационных, дренажных, дождевых и грунтовых вод, в том числе включающих крупные фракции. Насос имеет поплавковый выключатель, который включает и отключает насос по уровню воды в автоматическом режиме. Шнур питания нашей модели 5 метров. Преимуществом нашего фекального насоса являются ножи, которые забирают фракцию изнутри и режут в нашей линейке 3 серии скважинных насосов. Винтовые скважинные насосы, вихревые скважинные насосы и центробежные скважинные насосы. Глубина погружения такого насоса до 70 метров. У нас есть в линейке как насосы диаметром 4 дюйма, так и диаметром 3 дюйма. Одно из самых надежных насосов в нашей линейке – это скважинные насосы вихревого типа. В моделях таких насосов рабочее колесо и другие соприкасающиеся с водой детали сделаны из латуни. Они обладают высокой прочностью и антикоррозийными свойствами.